Всем добрый день, с вами Нетуристический Сингапур и по совместительству Павлик пожарной охраны Санкт-Петербурга. Мы сейчас находимся, как ни странно, в Сингапуре и прямо напротив Хунан Молл, в центре исторического Сингапура, туристической части. Слева от меня, и не знаю, где там от вас, находится классическое здание Central Fire Station, пожарной охраны Сингапура, в которой одновременно как бы совсем находится Civil Defense Heritage Gallery, памятная галерея гражданской обороны. В Сингапуре понятия пожарной охраны и гражданской обороны, они практически совмещены. Общая служба называется SCDF, Singapore Civil Defense Force. Сингапурские силы гражданской обороны. Singapore Civil Defense Force представляет из себя как пожарную охрану, так и медиков, ambulance, причем именно медиков скорой медицинской помощи. Есть также неотложная, она может вас не спеша отвезти в больницу, там госпиталь или еще куда-то. Вот, но если что-то происходит совершенно серьезное, то вот там вот вы можете вдали видеть машинку SCDF. Это именно скорая помощь, которая базируется на обычных пожарных станциях, и которая прибудет к вам достаточно быстро, быстрее, чем просто, как говорится, неотложка. Вот. Потому что пожарные станции, они как по городу вообще размещены чаще, чем просто там какие-то поликлиники или больницы или еще что-то. Вот. Собственно, это у нас не только Heritage Gallery, то есть какой-то музей, как вот на Васильевском острове у нас находится, да? Справа находится историческое здание, слева у нас находится новое построенное здание, где находится действующая пожарная часть в Сингапуре. Вот, и сейчас мы с вами попробуем сходить на экскурсию именно вот в Heritage Gallery. Возможно, получится, возможно, нет, но посмотрим. А в случае чего, вот отсюда, да, выезжают машинки пожарные, скорой, в зависимости от необходимости, и дальше уже уезжают спасать людей. Вот. Перед зданием находится памятник пожарным. Кстати, замечу то, что в прошлом году за все время существования гарнизона Сингапурской пожарной службы погиб первый пожарный на пожаре. Это были торжественные похороны, вы можете поискать в новостях. Вот человек при этом это было не. Но тут сложное понятие, я бы не сказал, потому что кадровый пожарный — это человек, который нес национальную службу. То есть он вместо армии работал в пожарной охране, и это было тушение здания HDB, это типа наших хрущевок. И вот во время тушения здания он потерял сознание, дальше его вынесли с места горения, и, к сожалению, он погиб. Вот, вся страна скорбела, вот, но как бы не об этом. Вот, в 2001 году поставили этот памятник, и посмотрите внимательно наверх, вот это у нас старые каски, да, а вот наверху человек Гаррити. Это то, что у нас стоит по России, по, в принципе, всем пожарным ланчам, пожарные на дозоре. Но единственное, что если у нас в России на пожарных ланчах сверху находится манекен, где находится именно пожарный дозор, то тут поставили, если не ошибаюсь, бронзовую скульптуру пожарного уже со стволом, но в современной каске, которая показывает именно действие, работу. Вот. Ну, вот тут у нас есть табличка, это Central Fire Station, это National Monument, декабрь 98 года. Построено в 1908 году, 9 месяце. Вот. Собственно, история вообще пожарной охраны Сингапура, она очень-очень давняя, очень длинная. Тут выходит еще одна экскурсия. Thank you.
контакт нам. So now they engage me and the civilian, now I taking care of all the artifacts. But they want us, we have a background as a firefighter. So not down here, not only talk about history. Sometimes the participants, the program, they ask us more about home safety. Okay, you see, they're teaching about home safety. So they said, okay, so you can begin the tour here, and then there will be a stairs at the end. You can go up, go through, and then come down here. Okay, thank you very much. Вот, ребята, мы входим в галерею. Посмотрите, у нас тут сверху есть шляпы, кепки из разных пожарных частей разных городов. Там есть Америка, Индия, европейские части, Британия. Вот, ну, смотрите, у нас есть тут Tokyo Rescue. Ну, тут у нас находится классический набор машин. Я не буду громко говорить, чтобы не отвлекать экскурсоводов. Вот, сами все можете посмотреть и оценить. Right, so this is the beginning. Okay, after 1926, they find that they need more fire engines. So more houses came about, so they want to have more firefighters and so on. And from the war onwards, we extended from the second engine bay with another 6 fire engines from there. So they call this old engine bay. Не работает, к сожалению. Для тех, кто не знает мегандийского, переведу. Это уличная телефонная система для того, чтобы очень быстро вызвать пожарных. То есть не во всех, конечно, домах стояли телефоны, и вот такая система, знаете, как в Британии. Сюда орать. Прикольно. Вот как в Британии у нас этот доктор кто, да, или как-то так было. Но, все, к сожалению, развалено. Вот. Все фоточки вы можете посмотреть на канале Нету и Сишли Сингапур. Я постараюсь их опубликовать в ближайшее время в комментариях к записи о вот этом замечательном походе. Ну а если наш замечательный гарнизон выдаст мне карт-бланш на представление нашей пожарной охраны в Сингапуре, то постараемся записать в кратчайшие сроки. Видео, когда тут не будет посетителей, но специально для нашей петербургской пожарной охраны. Виды стволов.
как говорится, что вы тут не видели, кроме того, что это другой тип крепления. Помните, как у нас на Авроре однажды было учение, и ребята облажались с полугайкой и американским типом крепления. Но переходники вроде как у спецчасти были, если я правильно помню. Кто не догадался, тут перед нами сейчас стоит пожарная помпа, чтобы делать водозабор с водоема и уже с помощью насоса подавать давление на тушение. Пожарные топоры, конечно, декоративные. Вот. Хотя вот левый похож на натуралку, но правый вот очень так уж откровенно. Но это у нас униформа с 1930 по 1970 год. Да, в 1970 году ребята еще ходили в такой вот прекрасной форме. В огонь. Да, миниатюрное здание самой пожарной части, в которой мы находимся. Вот, но знаете, вот эта конка, она, как мне кажется, уже не британская, она уже наша. Ну, либо очень-очень, как говорится, похожая. Вот. Ух ты, уличный fire alarm. 1915 год. Капитан Пандикарпия поставил такую штуку за свой счет. И вот это вот традиционное, то, что мы уже много раз замечали в Сингапуре, на четырех языках. Английский, китайский, малайский, тамильский. А что вообще делать? Еще как? Уже современный аппарат, поставленный на гидрант. Вот. А перед вами направо-налево показан типичный сингапурский кампонг, деревня, деревня деревянная, да? Вот. Естественно, вот и пивко, само собой, и баночка Мила. Вот. Хотя на видео показывают попытки построить HDB. Вот, и такие. Варианты пожара. Ой, а смотрите, у них пожарный выход заблокирован снаружи металлической палкой, чтобы никто не вышел. Но вот это в пожарной части, конечно, меня не смущает, да? Забавно. Так, как мне говорили, надо подняться на второй этаж и посмотреть там что-нибудь веселое. А вот там, ребята, мы видим пульт. Настоящий пульт. Да, кстати, на лестнице 50 пунктов.
Манчестера. Американская. Манчестер в Америке же, да? В общем, ребят, прямо вот с пожарной части мы можем видеть пульт, где сидит всегда наш замечательный телефонист и извещает, что и как. В России я на таком пульте имел честь побывать много раз и даже какой-то компьютер чинить. Вот. Да-да, вот какой-то такой. Вот. Ну что, пошли на второй этаж. Я надеюсь, что видос пишется, да. У нас еще где-то есть минут 10. Мы сейчас попытаемся второй этаж быстренько пробежать. Тут уже современная часть идет. Пробежать и посмотреть. Тут больше интерактивщина. Моделька современных частей. Это у нас Марина Бэй. Это у нас что у нас? Бриан Марин. Что-то старое. Это, видимо, совсем морского порта. Так, Маньян. Ну, АМК тут, конечно, нету. У вас. Хотелось бы, конечно, АМК посмотреть, но АМК построили уже вообще в последние годы. Да, у нас тут на втором этаже экспозиция современной СДФ. Вот, везде, конечно, запрещающие таблички о том, что не лазить, не трогать, не улыбаться. Но если кто-то хочет полазить, потрогать, это у нас каждую субботу с утречка. Мы в 9 утра приходим в местную пожарную станцию и... Там можно действительно полазить, потрогать, там на себя примерить обмундирование и все прочее. Вот, спрашивайте в комментах, покажу, что как. Модели кораблей, которые используют SCDF. Да, у них много кораблей, потому что Сингапур, как вы знаете, это практически город-порт. Одна из таких центральных точек, где проходят основные маршруты из Азии в дальнюю часть. Ух ты! Ну, это типа пульт управления по телевизору. Надо же селфи сделать, что я побывал. As we speak, the team leader maintains constant radio contact with fire fighters and headquarters. Ой, а тут можно даже. Good job, buddy. Excellent job, buddy. Stop the car fire. Sorry. Car fire. Yeah, we stopped the car fire. Тут не написано, записывать с камеры внутрь нельзя. Давление пошло. Два, один. То есть тут стоит тупо, скорее всего, кёркер, который повелевает телек за плексиглас. Смысла вообще никакого нет. А вот когда вы работаете в, не знаю, в Петербурге с настоящим пожарным стволом, тогда да. Тогда это интересно. Вот это вот прикольно. Ну, это обычный комбинезон, в котором я машину мою. И да, в него можно залезть, но его уже настолько заюзали, что лучше внутрь не залезать. Прикольно. Вот это на заметку Светлане, если Светлана у нас еще работает там, где надо. Наверное, оттуда бьет пламя. Хотя не знаю. Да, давайте поставим у нас в Питере вот такую штуку, чтобы там можно было залезать в костюмчик и снизу било пламя. Вот. Эта идея хорошая. Так.
Несколько кадров для истории. Добавка. А тут типа оно у нас... А, тут надо забраться в костюм и остановить утечку, закрутив шланг. Но тоже, видите, maintenance progress. То есть, в общем, чем ты делаешь вот так, вот с помощью перчаток. Фигню. Костюмы, наверное, сделаны в Китае. Да, кстати, ребят, вот то, что у меня за спиной, это называется дарк. Это специальное подразделение типа нашей питерской спецчасти, которая предназначена для борьбы с... Вот когда вообще все плохо, там утечки на нефтяных скважинах, радиации, еще что-то, вот, в Сингапуре этим занимается дарк. У нас этим занимается спецчасть. Привет, ребята. Вот. Я знаю, что у вас костюмы лучше, чем то, что показали сейчас. Ну, тут какая-то опять интерактивщина. Там, где участвовали в спасении, ну и тут уже Ёшкин тут такие прикольные рассказы о землетрясениях и прочем спасении. Ну, как вы знали, недавно в Турции у нас подразделение ДАВ ездило спасать людей. Вот. Ну, конечно, работали ребята в другой форме. Вот на них нацепили стандартный Civil Defense. Вот. Причем, что самое интересное, ну, лично для меня сингапурский дарк работал параллельно с нашим питерским экстремом. Правда, это были, по-моему, соседние города, но тем не менее, вот эти другие ребята, они ездили в Турцию спасали. Я, к сожалению, не мог. Но тем не менее. Ну вот этой собачкой я передаю привет Морсу. Я думаю, что Морс меня еще помнит. Хазмат это у нас Hazards Materials. Dart это, собственно, подразделение, которое работает с нефтью и всем прочим. Ну, в общем, тут можно сделать такие прикольные штуки из бумаги. Да, так сказать, называется не граффити, а линотип, по-моему, да? Ну, 24 минуты, вот, мы находимся еще раз, напомню, в старинной сингапурской пожарной части. Мы сейчас с вами прошли, ой, простите, блин, не помню, как сделать экскурсию. Вот. Естественно, у них сувенирка продается внизу или нет. О, тут можно пойти с детскими колесками, причем даже с колесками под двойню. Тут есть бейджи кадетов и служащих. Ну и маленькая выставочка машин. Вот это мы, кстати, видели с вами сейчас на выставке. Там уже полноразмерные армейские машины. Ну и, соответственно, более-менее современные. Вот это 70-х годов. Сейчас их уже заменили. Вот, это современные, да, SCDF. О, тут есть даже местная пожарная часть, собранная из Лего. Я думаю, что энтузиастами. Вряд ли выпускался специальный такой набор. Вот, ну и... Рыба-меч, местный наш кораблик, вот, типа спринклеров, кружечка, эмблемы, почти настоящий пожарный топор,
разу не использованы. О, у них кепки досюда продолжаются. Но я не вижу ни одной нашей. Кто поедет в Сингапур из туристов, обязательно захватите с собой кепочку и передайте сюда в пожарную часть, чтобы повесили. А я вам скоро отправлю детские шлемы в часть на Васильевском острове, нашу гарнизонную, да, чтобы вы могли в музее посмотреть. Это детские пожарные шлемы, которые вот по субботам на открытых дверях раздают для посетителей, чтобы они, так сказать, входили в интерес. Основным Лондон, конечно. Колония, простите, за прямоту. Ух ты ж, ёшкин кот. Ну и современная атрибутика. Брелочки, все такое. Вот, блин, брелочек хочу. Да, кроме, смотрите, вот кроме у нас кепочек, сюда передают шлемы. Ну, это уже всем известный знаменитый Галет, да. No. Не такой Галет, как у нас в Питерске. Тут у нас шлемы, подписанные премьер. О, это шлем, подписанный тем самым нынешним ПМ Сингапура Ли Син Лон в 2007 году. То есть это, неужели я так плохо буду смотреться на это фото? Да, все это. Оп. Вот, в общем, приезжают серьезные люди и подписывают красивые шлемы, чтобы они тут стояли. Ой. Ну, а это, блин, КПМ, как на нашем Брандмайоре, только у нас башка побольше. А вот это те самые старые шлемы, которые использовались...